Пригорск, дом номер 9. Здесь о комфортном передвижении в лифте помнят лишь старожилы. Подъемник в девятиэтажке не работает уже около 30 лет. И вот мы каждый день, получается, по несколько раз поднимаемся, спускаемся, поднимаемся. Ребятишек у вас сколько? Дети, у меня двое детей. Одному 8, второму 5. Вот получается, чтобы надо спуститься, поиграли, чтобы они надо, самокаты. Вот это вот все на руках спускается. Потом обратно домой поднимается. Еще и надо в магазин спуститься. И вверх бояться. И так каждый день до 9-го этажа. В доме много семей с детьми, пенсионеров, которые ждали этого ремонта несколько десятилетий. 21 мая подрядчик приступил к монтажу нового современного подъемника. В подъезде шум и пыль, однако жители этому только рады. Они с утра до вечера работают, по-моему, даже без выходных. Очень рада, что будет у нас установлен наконец-то лифт. Работы предстоит много, прежде чем заняться монтажом и установкой кабины лифта. Специалистам пришлось основательно подготовить шахту. Доступ в шахту лифта надежно закрыт. На период проведения монтажных работ специалисты укрепили щиты. И сделано это в первую очередь, конечно, для безопасности, но еще и для того, чтобы в шахту лифта не попадал бытовой мусор. Потому что прежде чем начать работу, подрядчику пришлось вывести целый грузовик хлама. Осложняет процесс еще и то, что за те годы, пока лифт не работал, все оборудование было полностью уничтожено вандалами. Шахту превратили в мусоропровод и несколько раз поджигали. Все таскаем на руках. Вот здесь такая особенная сложность, то есть ручной монтаж идет. На других там кабины работают, лебедки есть, там немножко попроще. Тем не менее, подрядчик уверен, завершить процесс удастся, не выбиваясь из графика. Уже в конце июня жители 9-го дома Пригорска смогут добираться до своих квартир со всеми удобствами на современном лифте. А вот сколько подъемник прослужит жильцам, зависит от них самих. Басельчанам стоит учесть и то, что ремонтные работы в случае поломки оборудования в будущем также будут производиться за их счет. Кстати, новые лифты в этом году появятся во всех 9-этажках поселка. На согласование у правительства еще 2 дома с установкой 3 лифтов включены и приближены. Итого на 2019 год планируем замену 5 подъемников вот по поселку Пригорск. На сегодня у нас в 3 муниципалитетах, в Абакане, в Черногорске и в Саиногорске, идет замена одновременно 25 лифтов. Пока на всех объектах работы идут по графику, а иногда и с опережением. В 9-м доме, например, установка должна была начаться только во второй половине 2019-го. Однако подрядчик приступил к монтажу на месяц раньше. Наталья Данина, Андрей Доржу, РТС.